Всем привет, с вами мистер Смел, с вами снова Дмитрий. И данный обзор будет посвящен продукции высокого качества. И немного расскажу про оригинальную продукцию, которая представлена на нашем сайте. Начну я с таких новинок от бренда Джо Малоне. Недавно все, кто активно следит за нашей группой за новинками, видели, что добавлены новинки, такие как диффузоры для дома, ароматизаторы для дома от Джо Малоне и свечи, ароматические аромасвечи также для дома от Джо Малоне. Данный бренд у нас скрыт, он будет доступен после регистрации на сайте. Вот, начнем обзор. Выглядят они вот в таких вот коробочках, довольно-таки массивные. Стандартная классическая такая лаконичная коробка, черный фон. Парфюм идет более бежевый, как бы, и по краям черный. Здесь полностью все черное и, соответственно, бежевый фон вокруг. Сзади, в принципе, тоже бежевым покрашено. Ну, такая довольно-таки аккуратная, красивая коробочка. От Джо Малоне пока что два диффузора идет, два аромата. Очень рекомендую быстрее заказывать, потому что первая партия разлетается, как горячие пирожки, потому что выполнено просто шикарно. Это как одно время эти... гели для душа были от Джо Малоне, просто смели все и до сих пор не могут завести. Коробочка внутри выглядит стандартно для Джо Малоне. Вот такая вот бумажка, чтобы ничего там не побилось и все было в сохранности. Внутри вы найдете такой вот флакон, довольно-таки массивный, тяжеленький. И упаковочку с бамбуковыми палочками, я так понял. К сожалению, ее открыть не получится, она полностью запаяна. Ну, палочки довольно-таки красиво запакованы, перевязаны вот такой вот ленточкой стандартной черной от Джо Малоне. Ну, в стиле Джо Малоне. Вот так вот выглядит сама емкость. Сверху мы находим пломбу стандартную, прозрачную. Также вот те, кто покупал у нас Джо Малоне большие духи и объем 30 мл, они видели, что каждая упаковочка с такой вот пломбой идет. Данный аромат идет лайм, базиль и мандарин. Послушаем аромат. Ну, не знаю, он скажет мне что-нибудь или нет, потому что это все-таки немного отличается от парфюма. Это именно для дома, как бы. А, еще один нюанс. Очень большой совет. Я покупал лично домой диффузор Шейх с ароматом манго. И сразу же, ну, не пользовался раньше, запихнул туда все палочки, там, сколько их, по-моему, 5-6 палочек. Ну, супер, просто приходишь вечером домой, и такой легкий, нежный аромат, как бы, тропического фрукта по всей квартире. Очень быстро закончился. Я начал поставщику возмущаться в праведном гневе, да что так, он говорит, сколько ты палочек запихнул туда? Я говорю, ну, все. Он такой, одна, максимум две. То есть, чем больше палочек, тем больше они высасывают жидкость и, соответственно, распыляют ее. Соответственно, моя рекомендация уже на моем опыте. Одна палочка, максимум две. То есть, чтобы легкий, тонкий аромат шел. Возвращаемся к аромату. Немного приподнимем пломбу. Хочу сказать, что выполнено очень все качественно. Кстати, пока не открыл до конца. Снизу тоже наклейка, все идеально исполнено. Информация о парфюме, объем 165 мл. Сейчас мы посмотрим. Слушайте, почти 200 мл. Сверху идет колпачок. Здесь инициалы бренда Джо Малоне. Давайте послушаем его. Ну, слушайте, приятно пахнет. Это реально аромат Джо Малоне. Но нюансы есть. Это все-таки ароматизатор для дома. Но, да, вот. Следующие нотки уже идут запахом. Ароматом. Но шикарно. Я думаю, что если дома поставить, я, наверное, все-таки домой одну возьму Джо Малоне попробовать. То есть, ну, выполнено очень качественно. Аромат интригующий. Приходите домой, а у вас дома прям богато. Дорого-богато пахнет. Вот, это был аромат лайм, базилий, мандарин. Аромат лайма и мандарина.
хотел сказать базилик, потому что, ну, похоже слово, но передумал. Так, смотрим следующую позицию. То же самое, тот же флакон. Второй аромат у нас English Pear и Freesia. Аромат английской груши и фрезии. Такой вот, Джо Малон любит делать такие двойственные ароматы, сочетать их. Ну, у них получается неплохо, потому что поклонники бренда все больше и чаще заказывают у нас их. Да, вот здесь это еще более ясно пахнет. Если предыдущий был более таким вот легким, вскользко, вот такой тонкий аромат, а здесь прям именно тот аромат. English Pear и Freesia, да, я его узнал. Шикарно. Я, наверное, может быть, его и возьму домой попробовать. Ну, скажу вам, это вот металлическая оправа. Все очень шикарно. Ой, что-то я задумался. Все очень шикарно сделано. Свечи, к сожалению, показать не смогу. Не успел забрать у поставщика для обзора. Ну, тоже шикарно. Я их видел лично. То есть в открытом состоянии. Довольно-таки увесистый стаканчик. Хватит надолго. Я послушал аромат, реально пахнет парфюмом. Я посмотрел, по-моему, Wild Bluebell, дикий колокольчик, что ли. Ой, нравится очень мне этот аромат. Классно, реально классно. Там 5 ароматов разных, поэтому тоже торопитесь, пока все не разобрали. То есть этого хватит надолго. Стаканчик примерно вот так вот выглядит. Также большая коробочка, очень похожа. Так, все, с Джо Малоне мы разобрались. Теперь возвращаемся к теме парфюма. Как вы знаете, на нашем сайте есть 2 раздела, где можно найти копии высокого качества и еврокачества. Ну, также и нишевые парфюмерии. Это мужские и женские духи в левом верхнем углу. И, соответственно, мы недавно в раздел высокого качества добавили такой аромат, как Ex Nihilo Last in Paradise. Затерянные в раю. Посмотрим, как она выглядит. Стандартно для высокого качества Ex Nihilo мягкая упаковка, как в оригинале. Сразу скажу, выполнены просто шикарно, потому что многие московские клиенты, наши оптовики, перепродают их как оригиналы по 6, по 7 тысяч рублей. Других слов не нужно. Открывается она таким вот вариантом, как слайдер. Выезжается коробочка. То есть, вот. Опять обратно закрыли. Внутри мы обнаруживаем стандартный для высокого качества исполнения книжечку. Конвертик. Ну, в конверте стандартная макулатура с ароматами, с другими духами бренда. Ее мы отставим в сторонку. Слушайте, классно выполнена выемка внутри коробочки, как в смартфонах прям. Я как будто скоро буду делать обзоры на смартфон. Внутри мы обнаруживаем сам парфюм, флакон. И к чему хочу сказать, просто клиенты начали часто спрашивать в чате, при звонках, а как пахнет, как пахнет. То есть многие фанаты бренда Ex Nihilo прям вот в ожидании, еще не слушали этот запах. Ну, слушайте, исполнение просто идеальное. Вот вы видите, как оно блестит и как грани переливаются на видео. Шикарное исполнение. Снизу аннотация о парфюме. Внутри один из признаков хорошего, качественной копии, сделанной копии, хорошо сделанной копии, это прозрачный хоботок, по которому выходит сам парфюм. То есть пока он еще новый, здесь еще находится немного жидкости самого парфюма и воздух. После того, как вы его брызнете, он почти невидим становится. Просто очень какой-то дорогой материал используют в нем, что вот он прозрачный. Классно. Блестящая наклеечка. Это вот металл именно приклеен, не наклейка. Крышечка просто, она, ну, выше всех похвал. И каждая серия Ex Nihilo высокого качества сделана таким вот образом. Ну, я не знаю, ни одного изъяна. Здесь вот сбоку стандартная выемка, клеймо идет бренда Ex Nihilo. И на крышечке сверху гравировка. Пластик внутри, все шикарно сделано. Давайте мы послушаем аромат, как он пахнет. Кстати, когда раньше я с духами ходил и продавал их в розницу по разным организациям, когда говорил, давайте послушаем аромат, но многие удивлялись, зачем его слушать, давайте нюхать. Ну, это как так, отступление небольшое.
для меня он цветочный. Здесь запах больше преобладает цветочный, немного розы. Приятно. Он, конечно, будет играть потом переливами, но первое ощущение, первые нотки – это цветочный, легкий, тонкий аромат розы. Приятно, нежный, нежный, женственный парфюм. Всем любителям цветочных запахов, аромат розы, любит, тем, кто любит аромат розы, придется очень кстати. Дальше он будет уже больше раскрываться. Ну, к концу обзора я еще послушаю его и скажу, как он уже пахнет. Ну, в принципе, такой приятный аромат. Ex Nihilo, Lost in Paradise. Затерянные в раю. Я иногда, когда слушаю запахи, закрываю глаза и немного люблю фантазировать. То есть фантазия очень сильно, дико развита. Я люблю фантазировать, послушав аромат. Действительно, он совпадает с названием. И я на берегу Таиланда, лазурный берег, пустой, без отдыхающих. Райская картинка. И если я буду чувствовать такой аромат, я действительно почувствую, что я в раю. Приятный, классный запах. Как-нибудь попробуйте, серьезно. Найдите какой-нибудь любимый аромат, переведите его как бы, ну, на русский. И, соответственно, представьте немного, вот, как играют краски аромата и как бы, ваша фантазия. И действительно, он должен совпасть, если аромат именно качественный, классный. От знаменитого бренда. Так, недавно также те, кто любит следить за новинками на нашем сайте, пока небольшое количество, но новый вид товара в разделах высокого качества мужские и женские появился новый товар высокого качества один в один. Что это означает? Ну вот представьте себе оригинальный продукт, оригинальный парфюм. Вот один в один, реально один в один. То есть, смотрите, еще небольшое отступление. Появилось вот много сайтов. Вот как кто ведет бизнес, честно, обманывая и так далее. Вот мы, создавая, добавляя товар на сайт, всегда его как бы классифицируем. То есть у нас на сайте есть отдельный раздел оригиналы и отдельный раздел арабские. В этих двух разделах находится оригинальный настоящий парфюм. Многие сайты, я не знаю, со злым умыслом или нет, может быть, не от большого ума, вот что более вероятно, как бы называют. Вот у нас вот есть тестеры высокого качества в подарочных коробках. На сайтах у них написано вот, раздел оригиналы. Я ради интереса открываю этот раздел и нахожу товары просто европейского качества, там тестеры эти высокого качества. Как можно назвать их оригиналами? Люди реально, многие могут подумать там, по наивности, по доброте душевной, заказать и разочароваться. Ну, они выполнены качественно, но это не оригинал. Вот у нас на сайте в разделе «Оригинал» есть два раздела «Тестеры», бренды, где брендовые тестеры можно найти, Кинзо, Шанель и так далее. Я брал себе Гермес. Запах на одежде держится 3 дня. Стоит в 3-4 раза дешевле, чем в магазине. Оригинал. Настоящий парфюм. Долго занимаюсь копиями, я реально кайфую, когда беру в руки настоящий товар, продукт. Я прям вот кручу его, смотрю, то есть уже прям нравится, душа поет, то есть как качественно все выполнено. Вот, и у нас появилась копия. Копия, поставьте галочку на слове копия, это не оригинал. Но, если вы собираетесь дарить данный парфюм с приставкой один в один своим клиентам, точнее родным, близким, знакомым, можете не переживать. Даже не упоминайте слово копия. Один в один. Реально все похоже. И вот сейчас я вам покажу. Многие продажники интересуются совпадением бач-кодов на упаковках и на стекле. Вот здесь вот идет именно не наклейка, а именно гравировка на стекле. Выгравирован номер 9А28. Это аромат Dior, Miss Dior Blooming Bouquet. Смотрим коробочку. 9А28. Совпадает. Посмотрите на флакончик. Опять-таки говорю, что вот хоботок очень качественно сделал. Стекло просто идеально. Цвет водички шикарен, без вопросов. Крышечка
тоже идеально выполнена. Сверху матовая гравировка бренда, металлический бантик. Сверху на пульверизаторе гравировка бренда Christian Dior. И давайте послушаем аромат. Вау! Это вот как должен пахнуть Christian Dior Blooming Букет. Вот просто, просто идеально. Все идеально. Начиная от упаковочки, заканчивая ароматом. Легкий, тонкий. Вот таким должен быть Blooming Букет. Вставляем в сторонку. Следующая очень популярная позиция, которую часто очень много берут в подарок. Дарят мужьям там, и так далее, парням. Шанель Блю де Шанель. Его, кстати, рекламирует. Рекламным лицом данного аромата является актер, который играл Ганнибала Лектора. Так, резко. Так, бач-код 1208. Смотрим на коробочке. 1208. Совпадает. Даже если с обычной копией или высокого качества сравнить, отличается коробочка. Я полностью вдоль и поперек ее рассмотрел. Просто шикарно, идеально. Посмотрим на сам флакон. Надпись, все шикарно. Снизу гравировка, не наклеечка на стекле. Информация о парфюме, что это туалетная вода, Блю де Шанель, объем. Все выполнено идеально. Крышечка. Магнит просто шикарен. Ну, то есть, идеально выполнена крышечка. Что мне очень нравится в данной серии ароматов, что здесь даже соблюдено, что вот, видите, бренд Шанель, логотип, он внутри выпуклый. То есть, вот внутри крышечки он выпуклый. То есть, внутрь, как бы, ну, прям его видно. То есть отдельно. Тоже идеально сделано, все шикарно. Вы заметили, как я от высокого качества держу, так аккуратно, заляпать не хочется. Так. Где наши кофе? О, шлейф пошел запаха. Ну, слушайте, прям вот реально, мне кажется, реально можно продавать по 5, по 6 тысяч, просто не переживая. То есть, заработать хорошо, и клиент останется доволен. Тот же самый аромат, как и в оригинале, как и в магазине. Идеальное исполнение запаха, ноток. Я просто очень... Этого аромата уже очень давно... появился, и я его прям реально хорошо знаю, запах. Идеально, шикарно. Шанель, Блю де Шанель. И следующая серия, это, как вы обратили внимание, на сайте есть серия Шанель Шанс. Шанель Шанс Парфюм, классический Шанель Шанс Парфюм. Шанель Шанс Туалетная Вода, Шанель Шанс Фреш, Шанель Шанс Тендер Туалетная Вода. Шанель Шанс Вив. Интересный момент в этих ароматах, что только Шанель Шанс Парфюм идет как парфюмированная вода. Вся остальная серия, Туалетка Шанс, Фреш Шанс, Тендер Шанс, Вив Шанс, они идут как туалетная вода. Вот. И у нас именно в разделе один в один высокого качества появился Шанель Шанс Тендер Парфюм. Он, как и в оригинале, в туалетном исполнении, в туалетной воды. Здесь полностью окантовка белая, то есть и более светлая коробочка. А здесь как тот же Chanel Chance Parfum, только с приставкой Tender. Давайте послушаем аромат. И металлическая крышечка. А, чуть не забыл, бач-код. 3506. Все совпадает. Ну, слушайте. Цвет воды, хоботок, все идеально. Очень качественно выполнена окантовка из металла.
новый парфюм. Слишком сложно снялся. Идеальная крышечка, без никаких изъянов. Сверху гравировка Шанель. Давайте послушаем аромат. Во-первых, это Шанель Тендер, это он. Во-вторых, я чувствую, что запах стал немного более обволакивающим и как раз-таки больше зимним. Если предыдущий Шанель Шанс Тендер был туалетная вода в туалетном исполнении, в исполнении туалетной воды был более такой легкомысленный, легкий, весенний, то вот серия «Парфюмированная вода» Тендер, он как раз-таки больше на холодное время года. Классный, очень приятно пахнет. И когда брызгаешь его, он именно обволакивает аромат. Если нанесете на меховой воротник, либо на шапку, от вас будет тянуться шлейф. Он стал больше шлейфом, я вот чувствую это. Даже просто, если для себя приобретете, вот, ну, шикарное исполнение. Рекомендую к покупке. Вот, сегодня я показал вам новинки высокого качества 1 в 1, диффузор Джо Малоне, новый аромат «Затерянные в раю» Экс Нихила. Ближайшее время, я помню, я обещал, во-первых, я заведу микрофон петличный, чтобы меня было лучше слышно, все никак к руке не доходит. Ну, пока просто увеличивайте звук, я думаю, все нормально будет слышно. А во-вторых, скоро сниму первое видео работы в поле, как дистрибьютор. Потому что обещал, вот уже сезон, скоро Новый год закончится. И пройдусь, как бы сниму видео. Если вам оно понравится, буду снимать чаще, показывать, может быть, продажникам будет полезно. И я покажу, что реально можно заработать. Вот. Надеюсь, данное видео вам понравилось. С вами был Дмитрий, это канал Мистер Смел. Подписывайтесь на нас, оформляйте заказы. Работаем мы очень давно, работу свою любим. И будем рады предоставить вам качественный сервис и хорошую продукцию.